Сегодня вечером центральные СМИ сообщили последние новости о состоянии здоровья Дэни Байсарова и шокирующие о Руслане Байсарове и Кристине Арбакайте. По причине тяжелого состояния здоровья Дэни Байсарова между его отцом и дочерью Аллы Пугачевой разыгрался колоссальный скандал. Руслан Сулимович упрекнул Кристину Арбакайте, что та совсем не занимается здоровьем сына, а увлечена лишь концертной деятельностью и гастролями. До Чалы Пугачевой попыталась оправдаться, что таким способом она зарабатывает деньги для семьи. Однако Руслан Байцаров жестко поставил Кристину Арбакайте на место и заявил ⁇ Ты, Кристина, как и была чучелом, так и имя осталось. Закрой свой рот и вымаливай прощения у своего сына. Как ты можешь думать о деньгах и давать концерты в тот момент, когда твой сын находится в тяжелейшем состоянии», – жестко заявил Руслан Сулимович. На данный момент стало известно, что Дэнни Байсаров, который вышел из комы три недели назад, находится на лечении в Соединенных Штатах Америки. Состояние здоровья молодого человека остается тяжелым, однако появилась обнадеживающая новость, что медикам удалось найти донора по пересадке почки. Напомним, что несколько месяцев назад героический молодой человек совершил настоящий подвиг. Он спас свою родную сестру Клаву от тяжелого заболевания, стал донором для нее и отдал ей свою почку.